Шемгене шенегайк виште гелесе керек камда чыдым сырын геде. Егрештем журалсан вара ашам жынтеле еге худ пызықырак. Хышчухне шуттенжене келеген пепкезіне медицины пулышы вегерлі булайд. Епреш районче нумай ачаллы калугинзен тинчеш кунчуды гурны тепренчик зените Васкалын республикри пепкелих центрне илзегелне булны. Калугинзен шемье ешла, взем тоха раджана кунчуды барнеленя. Но май был мазь егерешсем, агата тогда Владислав шутенджене гильне. Анчахта пепкезем палык на вахтран маларах, а шам жбетель була стене. Щак на май храджа баржина джан еврш вижи, пэджик полна. Везене вахтра медицина положива бетюштерне. Паяна джазин сывых и щерепленне, хайзене аванду яще, абат лаях еще, лапка. Пальдереть амже Роза Калугина. Вырынды сват мушран чебиркебе пахатери республикари пепкелих центрне. Я дарла реанимации машины бильзе шедерне. Ертерех шуралны бе еще не каяксень упкине искусствовала майбасовла тармадивне. Патология уйрамиджевезем ирне итла тухтарзен тем лихенче болна. Хальхи медицины хадаразем еще не техника тухтарзен еще не сама еще молодаща. Иги венте вон дохармашулда перин центра иги еще не машина кильня. Шуда пызык салон медицине хадаразем полны пере ховар тада пагалахла полужу пама майти ведь. Хальше шурал на педжика джезине, хамар республик Карачешмар, урах регион зене, тешите редпер. Тухтарзен тимлехе, хальхи техника пахалыхе. Аджезен бурнышне, шабахта, шылзах варма положаще. Реанимация транспорта шылдалыкне, икшираллах учен шула духать. Ядарла техника пепкезене вахатра сыват мажайльзе шедерме, медицина хадрзен вара вырында тевишле медицина положива пама майбараще. Шак инкубатор да пепкезине ожо барса дыратпыр. Шак инкубатор ба, ебір аджезене ожо майба урых кирлі жыре илзе жидеретпір. Инкубатор урлы врачзем, медсестразем, аджана сыназа дыраща. Палыртны вағытран ирдерек шуралны, пепкезен үтпі ивыржы сағалдайны, шуралны жухне суранланны. Тухтырзен палыртны дырых, ытларақ шақ қылдықсен бекірішме девет. Шабақта республикари пепкелік центрінче кашне аджан пұрнышне шылзақ варматыр жащы. Республика Маргарита Мельникова, Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Игорь Зверев.